Здравствуйте. Группа крови. Их, как мы знаем, существует несколько. И группа крови играет важную роль в жизни каждого человека. Ведь именно она определяет, насколько мы устойчивы к тем или иным заболеваниям. С одной из групп крови люди живут куда дольше, чем остальные. Это кажется, конечно, не очень-то справедливым, но с наукой не поспоришь. Исследования пришли к выводу, что группа крови даже может влиять на состояние здоровья человека в целом. Доказано, что именно первая, нулевая группа считается самой сильной. Ее представители реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, от болезней памяти и даже от некоторых видов рака. Именно такая устойчивость и позволяет людям с первой группой крови жить дольше. Согласно исследованиям, первая группа содержит меньше молекул, которые вызывают свертывание крови, а это полезно для сердца и мозга. Так что если у вас первая группа крови, то вы уже настоящий везунчик и можете не опасаться многих заболеваний.